Всем доброго и прекрасного утра. 11 число, 8:30 времени. Напомним, сегодня, ребята, у нас перемещение по городу. Два рейса. С одной базы, с завода на склад. И едем домой отдыхать. Я уже проснулся, здесь подготовил бутерброды. Сейчас буду делать и чай у меня. Все в своем репертуаре. Мишка у нас сегодня тоже по городу. Что-то я застелил кривовато. Ладно, поправим. И все, да. Так, и надо будет еще. Ладно, это потом все скажу. Все, приятного аппетита. Я уже умылся. Вчера, да, заехал в душ, умылся, покушать взял. С целью я уже знал, что буду ночевать у забора. У забора! Все, как и говорил. Приехал я в районе 12 вчера. У меня получилось 770 километров, по-моему, за вчерашний день. Две боковые, и приехал я сюда, переехал уже. Выспался, хватит. Что-то я поспал, так покушал, пока телек посылал. 6 часов, по-моему, где-то так. Нормально. 6, может быть, чуть-чуть, с копейками. Все, я кушать, завтракать. Ребята нас загрузили. Загрузили чуть позже, правда, где-то в 11, по идее, должно быть. Но каких-то не было штучек, которые, видимо, на поддоны клеятся. Стикеры, что-то такое. Нормально. В 4 у нас следующая загрузка. Отлично. Тут ехать фигня. Вообще, ну, немножко. Пока бумаги заполнил. Часть смонтировал. Чай попил еще раз. 2 стакана, в общем, чая с лимоном с утра. Это хорошо. Потихоньку, потихоньку. Поехали, позвоним Михаилу. Как там у него первый рейс? У него тоже сегодня 2 рейса. Куда-то, откуда-то. Тоже зад. Зад-зад. У нас тоже зад-зад. Задние погрузки. Груз легкий. Едем, всех пропускаем. Сразу видно, что Николай никуда не спешит. Бля, как светофор близко от этого. И машины рядом совсем. Ладно. Мне нужно, я сматерился нечаянно, сори, мне нужно найти мусорный бак. Здесь не было, на выгрузке, я не помню тоже, чтобы он был. Нужно обновить мусорку. Буду сейчас искать. Если... общепитный какой-нибудь бак. Общепитный? Общественный. Общепитный. Свобода правописания для хейтеров. Общепитный, блядь, надо шляпнуть. Ладно, поехали. Мишаня тоже загрузился, едет, говорит, пробка. Я говорю, ну это работа по городу. Это нормально, это норма. Так, ну и где у нас столовая в виде бака? Поесть. Общепитный бак. Ладно, сейчас найдем что-нибудь. Можно заехать на заправку с понтом под зонтом. Тоже занести нужно в этот словарь, который предложили сделать. С понтом под зонтом я заправиться. Потом подъехать и сказать, а, это Shell, а не Лукойл. Проехать дальше. Потом с понтом под зонтом, типа мне что-то нужно в магазине. Выйти, вспомнить, а, у меня же все есть. И выкинуть мусор. И быстренько сделать ноги. Вот и все. Вот такой вот план действий. Коварного Николая утром, блядь, по выкидке мусора. Опять вылетело слово в моем лексиконе. Поехали. Надо окошки еще протереть. Я их как помыл, а светит солнце и видно, что у меня разводы. Сейчас я достану с правой стороны. У меня есть такая тряпка. Не тряпка, она полусалфетка, полутряпка. Тряпка, наверное. Ветошь. Намочить ее, выжать хорошо и протереть окошки. Потому что вот видно всякие такие мелкие-мелкие разводики. Поехали. У нас тоже пробка, но ничего страшного. Смотрите, ребята, как красиво. Вот в таком бы исполнении участок был бы. Допустим, участок, деревья, забор такой. Не скажу, что дорогой. То есть кирпичные столбики, профнастил. И внутри твоя территория. Ходишь там в трусах, мангал поджег, машина в ограде, что-нибудь потерся, помыл ее там, поковырялся. И сзади вот участок мне тоже нравится. А я пока в пробке рассматриваю. Вот сделан заборчик такой, тоже столбы, профнастил. Это недорого по меркам. И у него строится внутри домик. Вот тоже домик. Внутри строится передача. То ли на меня уже возраст влияет, потому что я стал засматриваться на дома. Молодому мне было пофигу, я проезжал так, дома.
Сейчас уже такой заглядываешь, ну, смотрите, какая красота. Сдвижные ворота, я тоже не думаю, что это дорого. Оно кажется со стороны так, что... Но красиво. Я согласен, что это стоит огромных, там, ну, приличных денег. Но не глобальных, там, что 20 миллионов рублей, там. Потихоньку. Вот площадочка у него сделана, вся полностью территория. Гараж отдельный, высокий. Участок надо искать. Дмитрий Вячеславович у нас участок будет искать. Ну, собирается. Вроде как я его уговорил здесь брать, на Петерговке. Надо тоже посмотреть. Ну, конечно, не такой вот участок. Это если ты его купил, чисто землю. Тебе нужно это все разобрать, вывести, отсыпать. Потому что на уровне других участков он ниже намного. Вот тоже красиво. Но это построено... Давно, то есть, наверное, построено, когда было выстроено, это было, наверное, обалденно. Ну, кирпич какой-то нестандартный на столбиках, он меньше, чем обычный силикатный. Ну, обалденно такой дом. Бум-бум-бум-бум, ограда. Ну, сейчас, конечно, коричневый, темный кирпич какой-нибудь, стекла тонированные на дом какие-то большие. Там тоже вот вижу, что домик какой-то с мансардой такой построенный. Двухэтажный, как бы крыша, и все гасится. Допустим, комната детская, комната для гостей какая-нибудь. Вроде бы и крыша, но просто капитально сделана. Видно, наверное, да? Вот, так что я задумался все-таки о куске земли. Во-первых, кусок земли, сделать забор красивый изначально, потом поставить контейнер на территорию, двадцатку, допустим, за место гаража какого-то, к примеру, чтобы туда можно было сложить эти все перфораторы, лодку, всякие причиндалы, там, допустим, ну, много чего, если свой дом, я жил в своем доме, до хрена чего накапливается, что нужно куда-то складывать. Тоже вот домик обошьется, допустим, под камень красиво. Какие-то, ну да, лопаты, то прицеп там, ну, много чего. Ну, что-то я в двадцатку много уже запихал, прицеп еще. И потихоньку. Мишка у нас строитель, напомню, каменщик. Я отработал на кране по дачам на пятаке, это 2,5 года, плюс на постройкам. То есть уже, в принципе, понимаю и знаю, как строится. Плюс в Тюмени у нас болото. В принципе, здесь грунт не особо отличается. Как делается подушка, если, допустим, капитально делать там монолит. Ну, можно сделать подушку. И потихоньку. С керамзита блока, либо с газа блока в два. Первый, потом плиты, потом второй. Да, было бы клево. Но это кажется, что денег мало. Так, коробку там... Пипец, сколько денег, года 3-4 будешь строиться. Потом внутрянка, это еще сколько денег. И капец. И надо находиться дома, а не так, что ты уехал на 2 недели и приехал на 1 день. Там, конечно, все листвой попадает, снегом заметет. И охрабят Николай. Потому что скажут, опа, что-то не живет человек. Обычно же, когда едешь мимо гаражей, смотришь, в траве заезд. Ага, давно никого не было. Можно пошукать, что там есть. Тазики алюминиевые, ага. Сварочный аппарат, ага. Велосипед, ага. Да, конечно, эти времена прошли. За этот сварочный аппарат с велосипедом можно потом прикурить лет на 8. А раньше, да, было все пофигу как-то всем. Вот тоже прикольно. Вообще, домик свой, ребята, это класс. У него там банька, беседка, гостевая, по-моему. И хочется, чтобы все равно на территории... твоего участка стояло, ну, хотя бы одно дерево. Это да. А так бы желательно вообще дерево 3-4. Понятно, участок без грядок. Не так, что выходишь, у тебя тут... Здесь у меня малина. Здесь у меня морковка. Здесь у меня картошка. Хотя, кто его знает к старости. Я не упрекаю, у кого грядки есть. Потому что свой кайф. Сделать какой-то столик, пойти... Нарвать огурцов свежих, сделать салатик, лучок репчатый. Репчатый, да, зеленый, да? И сделать свежий-свежий салат, чтобы он прям... Я еще есть хочу. Вот. Так что, пока вот такие планы.
Автомобиль менять написали, ни в коем случае пока даже не планирую. Потому что поменял абсолютно все в нем. Тормозные диски, колодки. Там мне что-то там по гарантии еще поменяли. Масла все заменены. Она не устарела. Ей 4 года. Смысла нет. Ну, 4 с копейками. Смысла нет. То есть, она получается кузов F10 последние 3 месяца, который производился. И потом пошел уже G30 кузов. Внутренности все G30. Коробка G30 восьмиступенчатая. Двигатель 2 литра дизель, который ходит и ходит и ходит. Подвеска F10, которая там 300 плюс. 300 тысяч плюс отхаживает, в нее даже лазить не надо. То есть мне нет смысла менять машину. Тем более с нашими ценами, которые возрастаются, поднимаются. Не вижу вообще смысла. Так, у нас будет, ребята, лукойловская заправка. Все-таки я по своей схеме заеду. Конечно, шутки, что нельзя выкидывать мусор. Для этого и сделаны баки, чтобы весь мир... Да, мы успеваем прям на мигающий. Чтобы весь мир как-то привыкал выкидывать в урны. То есть ничего тут страшного. Сейчас мы заедем на Лукойл, выкинем мусор и спокойно поедем дальше. Вот так. Вот. Что автомобиль менять я не буду. Второй автомобиль у меня есть на случай выезда куда-то на природу, чтобы мелкую не марать там, ничего с ней не делать. Все, в плане машин, стоп. Больше мне ничего не надо. Делика — это тоже легендарный автомобиль, заслуживший имя. Это японский внедорожник качественный, который только дорожает в цене. Его смысла тоже продавать нет. BMW, я напомню, купил за 1 600 000, сейчас она стоит 1 800 000, 1 900 000, 2. То есть это сколько там владельцев, я не знаю, как там. Да, заезжаем, ребят, на заправку, выкинем мусор и вперед. Так что сейчас пока по планам у нас копить на кусочек земли. Соточек бы 7, ну можно 8. Вижу бак, хороший большой бак. Даже вот там дядька сейчас стоит, я могу спросить, я скажу, можно я выкину свой мусор? Он скажет, да, конечно, выкидывай, ты что? Огромный, ребята, бак. Еще рядом баки. Так что это все хорошо. Не так, с окна, хоп, нафиг. И все. Да, отлично. Выкидываем, ребята. И на выезд. Готовый, ведерко. Готово, ребята. Погода у нас, ребята, в Петербурге обманчивая. Показывает 13 градусов, то 15 градусов. Так. Легковая стоит. Чтоб нам ее хвостом не задеть. А мы сейчас посмотрим, как там у нас. Выбегая на улицу, обязательно одевайтесь, потому что она правда обманчивая. Да, здесь расстояние нам хватает. Берем 1-1.5 метра от легковой. Ну, нам хватает, в принципе, протянуть, и хвост уже ее пройдет. Вот так вот берем от нее, протягиваем максимально вперед. Максимально. Проходим. Отлично. Отлично. Здесь не забываем про угол прицепа. И покатили дальше. Да, и надо носки одеть. Что-то я босиком-то набегаюсь, по-моему. Как бы не заболеть. Поехали на выгрузку. Да, ребята, работа по городу. Московское шоссе стоит, Мишка говорит, Софийское шоссе стоит. Все стоит мертво, колом. Вот эти вот, ребята, автобусы гнали новые. Прям очень-очень много этих автобусов. Они, похоже, метановые. Мазы. Белоруссии привет огромный. Мозаики. Да, наверное, метановые, потому что они голубого цвета, голубое топливо. Да, нам вот тут поворот, но я мог спокойно проехать по обочине, но обочина тут как после бомбежки. То есть тут было 3 полосы по асфальту, потом можно было здесь проехать и свернуть направо. Но нет. А почему знак убрали автостоянки? Не понял. Так, я уже думал, это не тот поворот. Это он. А баннер убрали.
Хорошо, поехали. Где-то Николай Николаевич у нас сегодня здесь выгружается. Частная территория, парк Шушары. На-на-на-на-на-на-на. Такой у нас узенький поворот, ребята. Получили мы пропуск. И отбойник такой серьезный. Ну, я прицеп сразу немножко сюда. Сюда. Ну, тем же макаром протягиваем. Не зацепить шлагбаум. И поворачиваем. Отлично. Так. Пропуск нам снова дали с рандомными цифрами. Это Татьяна. 3-0. На Х какое имя есть? Харитон Константин. 3-0. Поехали. Готово. Выгружены. Бумаги забирать сразу не стал. Он пока проверять будет. Я говорю, вторым рейсом девушка тогда заберу. Она говорит, хорошо, поехали. За вторым рейсом. Ой, какая девочка красивая в очках. Очки придают, ребята, красоты. Девчонкам имеется в виду. Они какие-то становятся такие женственные, хрупкие. Так, мне нужен радиус. Поймет, не поймет? Поймет. Я его даже пропущу, потому что мне нужно зайти вот в эти вот воротца. Так, хорошо, все, хорошо. Я вижу тебя, не переживай. Он боится, что я его не вижу. Пусть выходит. Пойду я отдам эту штучку. Выехали. Надо было снять вот с каким радиусом. Заходишь с таким и в аккураточку от блока. Такой выезд. Но когда заставлено бывает, он через встречку пускает. Это тоже хорошо. Ну, в принципе, все. Маленькая, я вышел, показал, говорю, прозей, прозей, я тебя вижу. Он смотрит на меня. Ну, понятно, правильно делает, мало ли. Я даже не смотрю в то зеркало. Смотрите, ребята, помыл окна. Толку никакого. Сейчас приеду, буду слейки мыть. Конкретно. Вот тут тоже объезжаю ямки. Слева направо, слева направо. На загрузку вторым рейсом. Мишка там под обед попал с первым. Здесь тоже сейчас ямку будем пускать меж колес, а ту ямку меж прицепом. То есть здесь вот так ямка эта прошла, а та у нас под прицепом аккураточку, хоть она и маленькая. Поехали до светофора. Приехали, ребята, за вторым рейсом. Третьи ворота сразу поставили. Должны были в 4, поставили в 2. Ох, я новостей наслушался. Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в России страдает ожирением. Об этом сообщили в научном центре. Спасибо за подкол. При этом страна пока не входит в большую семерку по частоте этой проблемы. Каждая вторая женщина и третий мужчина страдают ожирением. В мой адрес, короче. В мой огород камень. Заезжаем на загрузку. Поехали, сейчас окошки помою еще раз. Салон выдул, но все равно пыль откуда-то берется такая непонятная. Заезжаем. Готово. Подписал бумаги. Выехали. 3 часа дня. Мишка тоже за вторым полетел. Прислали заявку. Едем в Калужскую область. Обратка только какая будет, неизвестно. Посмотрим, обратки пока нет. Завтра, сейчас мы постираемся, что-нибудь надо будет съездить купить вкусного, затарить холодильник и, да, и пораньше лечь спать, завтра в 9 загрузка, это нужно быть в 9 уже на заводе. Окей, хорошо. У нас Геннадий здесь, красивый какой. Лампочки, ребята, скоро ставятся в дугу нижнюю. Такая же сверху должна быть у меня по планам. В нижней, в боковых все будет в лампочках. 3/4. Пойдем отдавать документы. Прибыли. Прибыли мы что-то, ребята, совсем быстро. У Гены такая же крона. Отличаются Мерседесы, получается, у него на планшетах и лисички идут. Так. Сколько эти трубы, интересно, стоят? Денег огромных, наверное. Огонь.
Здесь баки поменьше, потому что он в пластике. У нас побольше. Нас поставили без 12, без 11 минут. Че сказал? Аварийка. Кто-то написал, Коля включает аварийку, где надо и где не надо. Ребята, лишнее внимание со стороны. Я не в том смысле, что блогерское. То, что автомобиль начинает движение, не помешает. Подъезжаем. Эти же седьмые ворота. Бумаги готовы. Отпускаем руль. Сейчас нам нужно объехать по кругу склада. На 33-х воротах стоит наша машина. Нужно передать ей бумаги с рейса. Все. Поехали. Ну, уже так темнеет, чтобы не забыть, включаем свет. Поедем со светом. Д. И вперед. А завтра мы снова уезжаем в рейс. То есть, организация находится на другой стороне Петербурга. Мы машины ставим, ну, часть ребят ставит на Софийской. Мы ставим на стоянке возле дома. Оплачивает всю организация стоянки. Стоянка 250 рублей в сутки. Да, сейчас сделали по безналу, раньше наличкой платили. И получается работа по всему городу. И логисты уже знают, ага, Николай, Миша, Дима на юге Питера, а база находится на севере. И то есть здесь работаем. Вот я сегодня было перемещение у меня по трассе М10. И то есть опять же по трассе М10. Я от кольцевой недалеко, то есть от дома недалеко. Если бы с севера машина сюда пришла, она бы такой километраж приехала, отработала и опять ехать через все пробки, к примеру, туда, на ту сторону. А ребята, кто на севере, они работают там. Там это получается бугры, заводы, то есть кто там по месту работает. В общем, весь костяк там. Кто на базе ставит, кто тоже там какая-то стоянка есть. Ну, это в принципе удобно. Что иногда хлоп по городу там, водичку надо свозить. Я уже знаю куда, что, куда везти. Ну и нормально. И межгородники. Отсюда проще межгородникам уходить. То есть мы грузимся либо здесь, либо в еще одном месте. Ну и еще есть межгород, это с севера. Это Калуга уходят, ребята. В ту же самую сторону, в общем, в те же самые края. Тоже легковес. Что в этом плане хорошо, без заморочек. Если по месту, ты уже знаешь, что тебя не пошлют на север. Когда у тебя кольцевая делается вся в ремонтах. И отлично. Отдаем бумаги. А, вот к чему клонил-то. Передаем бумаги с машиной, которая поедет в ту сторону. И передаст бумаги. Нехорошее слово такое. Фу. Фу-фу-фу. Так, и по... Вот бак был. Но он почему-то за решеткой. Можно ли через эту решеточку пройти? Нет, я выкинул уже на Лукойле. Простите меня, Лукойл заправка. Но я целенаправленно заехал выкинуть мусор. Нет, здесь приоткрытые воротца. Ну вот еще интересно, какой там мусор? ТБшный? ТБшный это что такое? Ты решил выпендриться? Что такое ТБшный мусор? 32-й ворота, наш Мерседес. Ага. А, так это еще один МП3, который белый. Это у нас получается какой МП3? Второй, их два штуки. А, ну он тоже такой, чётечки. Чётечки. Серега говорит, а вот ворота делали, кстати, да. Этот прицеп. Открой, говорит, дверку левую и положи документы. Я говорю, окей. А, вот он. Вечереет. Смеркалось, как говорил Задорнов. Не к вечеру помянутый, хороший мужик. На Пушкина у нас вот такая вот пробка. Так что при выборе жилья, кто будет переезжать в город Санкт-Петербург, обратите внимание, Пушкина, Янина, по крайней мере, то, что я знаю, по возможности не рассматривайте. Вот. Так, первый съезд у нас наружка, второй съезд внутрянка. Это все еще на Пушкина идет пробка. Да. Поехали. Кольцевая города Санкт-Петербург. Наверху машины, внизу машины. А мы катимся на холостых. Как на заглушенном. Он у меня прочистился на торговом центре. В торговом центре, говорю, в этом, на РЦ.
распределителем. Включился, опять продулся. Саживается фильтр этот, продул. Бесплатно едем, да, Мерседес? Да. Такой хитрый. Разогнался такой, горку почувствовал. Пум, отключился. Катимся бесплатно. Ну, покатились. Ладно. Закатываться будем платно. Вот мы и на стоянке. Так, сейчас нас поставят. С собаками обязательно поздороваемся перед такси. О, шеф здесь. С шефом поздороваемся. А, меня уже ждут, все. 072, у нас в Тюмени такой модный был номер, ребята. 072, 200. Вот это бумер, 4,4, по-моему, объем. Вот это метелит тачка. Так, у нас подъезжает такси, ребята. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока.